Сказать, кто убийца, Дворецкий. Он всех убил. Прошу тебя, просто дай мне спокойно почитать. Полундра! Что влечет вас за океан? Медовый месяц. А где ваш муж? Мертв. То есть спит. Спит как мертвый. Сэр, если вы не вернетесь на место, мне придется вызвать копов. Привет, дорогой. Вообще-то мы женаты 15 лет, просто мы были очень-очень-очень-очень заняты. Я чищу зубы. Да-да, я вижу. И делаешь это с особым усердием. Чарльз предложил нам провести с ним выходные на яхте. Притащил на праздник обывателей. Вы актриса, да? Грейс Баллард. Ну а я Ник Спиц. Это моя жена Элисон. Я... Глазами... Я Одри. Я Одри. Так и сказал. Ты когда-нибудь дурачилась на лодке? Я могу просто лежать, а море сделает все за меня. Совершено убийство! Мне его вытащить? Нет, он же длиннющий. Слушайтесь моего мужа, он детектив. Сейчас ставлю назад. Не надо назад. Нет. Меня зовут инспектор Делакруа. Я буду вызывать вас на допрос. Такое совершенное колечко, как ему удалось? Кто-нибудь показался вам подозрительным? Американцы. Мы ничего не сделали. Кто-то хочет нас подставить. Мы все делаем вместе. Прошу тебя, раскроем это дело. Как в книжке «Смерть в библиотеке». И чем же кончилась эта книжка? Смертью. Поэтому она так и называется. Про вас твердят во всех новостях. Вы что, кого-то убили? А ты сам в это веришь? Зная тебя... Ты в него стреляй! Это предупредительные выстрелы, детка! Если действовать, то действовать уверенно. Бум! Скорей, скорей, скорей! Феррари! Что? Тестероса! Как в фильмах про Магнум и Пи! У меня усы, как у него! Как так? О, ты что, прикалываешься? Я нарочно, сама не знаю, как ты отвечал. О, все, гони! Знала бы ты, как роскошно смотришься! Тебе, Тормес! Я люблю тебя, дорогой. Look what you just made me do.